Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в серьезного Сэма. Пытаемся пройти эту игру. Тут что-то у нас вечность пахнет нефтью, как показывает практика. Очевидно, нам нужна нефть. И мы, видимо, косплеим американцев. Нам тут с периодичностью выписывают звездюлей, но мы не ссым. Ну что ж, погнали. Давайте развивать дальше наше наступление. Только сейчас вот придумаем, куда тут развить его. Куда нам дальше? Дверь заперта. Так. И что? Вот как бы, то есть, как бы куда? Так, не сюда, не сюда. А, сюда. Какого хера? Это фейерверк в нашу честь? Но что-то мне подсказывает, что вряд ли это фейерверки в нашу честь. Так, ладно, давайте пока что... Давай, пыхай. Все? Ёб твою! Выйди! Мне тут не нравится. Мне тут совсем не нравится. Слышите, штурмовики имперские? Идите нахер. Будем просто заливать огнем. Так, ладно, как говорится, предположим, тут вот такое говно. Так, откуда здесь пыхает? Так, ты чё там ходишь? Мне показалось. Но, как говорится... Так, ну нахер. Аж бодаться вот с этими ребятами в замкнутом пространстве. Вообще херовая идея. Так, ладно. Опять сохранимся. Как бы, ну... А шо бы нет, когда да. Да ёб твою. Опять у нас... Пыхают они тут так. Нам... Да ёб твою налево. Ладно, двустволочка тут неплоха. Не будем как бы отрицать. Так, блин. Вот эти вот всполохи мне
не нравятся. Так, ладно, мы возьмем в любом случае пистолет. Так. Хорошо сквозь решетки плюс-минус пробивает. Угу. Угомонился. Так, он меня вроде бы не видит, а... Ну, на таком расстоянии, в принципе, он вполне себе удобоваримый противник. Особенно, когда нет дополнительных вредителей. Так... Так, а что это за система залпового огня такая? Ёб твою! Так, мне вот эти вот вопли не нравятся. Так. Говноеды. Ну-ка. Подберем кое-что. Сохранимся. Да, то есть лучше мы тут 5 раз еще пересохранимся, чем мы... Так. Быстрая перезарядка — это прям выгодная тема. Так. Это враг? Нет. Что это? Так, а куда те орангутанги делись? У меня вопрос еще открытый. Так, то есть мы туда можем сбегать. Нам вообще куда? Нам туда. Там призывно лежит броняха. Так, стоп, а тут мы чё-чё? Ага. Не зря я сюда зашел, сюда запрыгнуть. Качество... Какого 22 века, буревестник? Смешно. Так. Ладно. Тут где-то эти орангутанги были. Горячо, спусти пар, не лезь под струю газа. Ну... Не будем лезть под струю газа без какой-либо лишней надобности. Ёб твою! Сука! Это было стрёмно.
Так, ладно. Так, ладно, забавно, смешно. Было неожиданно и неприятно. Кто здесь? За кем? Гадалки не ходи, какая-нибудь херня. Так, я хочу продать жалобу на несоблюдение протокола безопасности. При прибытии у меня не спросили удостоверения, так как все сотрудники службы охраны были мертвы. Какой-то душнило. Помимо этого, влияющие на валяющие посел оторванные конечности нарушают пункт 5 санитарных норм. Не нравятся ему оторванные конечности. А это что за дышло? Так, ладно, предположим. Как бы капитан душнило. Так, вернитесь с выжившим. Встретитесь с выжившим на вышке, где? Связи. Встретиться с выжившим на вышке связи. Так, ладно, это и... Ты откуда? Ёб вашу! Вы откуда тут взялись? Так. Мать вашу! У меня глаза разбегаются от этого говна. Так, тут немножко здоровья. Так. Да пошел ты нахер. Так, тайдынские кони. Дай... Нах, ты ж сука. Блин, тут сейчас же... Что, не... А, не... То есть меня загрузило. Мне вот эти вот тыгдынские звуки вообще не нравятся. Так. Да ёб вашу за ногу-то, а? Ладно, хорошо на этапе тыгдынских коней тут все началось. Так, да ёб вашу налево. Нам бы здоровье бы где-то взять. Плюс-минус. Срань. И чё тут делать?
То есть мне... Да, это говно еще и прыгает. Так. Саный ёж. Мне не нравится здесь. Их просто через какое-то время становится... Ёб вашу... Да ёб твою мать, сам себя взорвал. Сука. Нет. Нехорошая идея. Так. Если мы просто убежим... Херовая идея. Так, похоже, дается легко. Так, снизить сложность. Так, с последнего. Мы сейчас попробуем все-таки разобраться с этим говном. Твою мать! Да ёбана. Да как с этим быть-то? Да на ёж. Что тут вот надо сделать так, чтобы отсюда уйти живым? Да ёб твою! Твою мать. Капец их тут. Саный ёж. Так. Хорош, надо сохраниться, ну нахер. Это было жестко. Так, стоп. Я, прежде чем отсюда свалю, хочу немножко как-то здоровье пополнить. Мне это реально далось нелегко. Так, окей, то есть нужно было вот эти говнянки использовать, чтобы подрывать пропан. Прикольно. Ну, вот как бы с надписями хорошо, то есть по-нормальному сделали. Почему, если делали русские, не сделали... так, вакуумный блок. Какой-никакой перевод речи Сэма, непонятно. Но да хрен с ним. Так.
Ладно, заходим. Саныёж. Так, давайте сохранимся. У меня как бы, кроме как Саныёж, к этому нет каких-то описаний еще. Допустим. Да ссаные вы, блин, тыгдынские кони. Так, хорошо, что... Ёпана! Японский, сука, городовой. Так, ладно. Так, кто там? Так, тихо, блин. У, блин. Так, ладно, с этим я вроде как практически, можно сказать, что... справился, да? Не знаю, давай. Надо, во-первых, тут все заныкать. А это можно было взорвать? Ну-ка. Ёб твою. Налево, ты что там делаешь, скотина? То. Так, броняшки-хреняшки, допустим. Так, так, так. Предположим, гранатомет нам тут прям помог. Здравствуйте. Так, говноеды. Лови подачу. Ёб твою, что это было? Да ёб... Так. Ну вас нахер. Так, говноед, ты где? Так, я тебя вижу. Мне не нравится, что где-то... Сука такая, бегаешь. Так, ладно, на одиночных говноедов у нас есть дробовик. И в целом... Так, откуда здесь кто-то идет? Ой. Ёб твою.
Так самоубийца недолго. Так, ты кто? Или ты никто? Так, тут кто-то есть или кто-то... Так, не будем разбираться, кто там где есть. Мы просто сохранимся. Сукины дети, блин. Что так все, блин? Сука, стрёмно. Почему так плохо видно? Вы... Ладно, допустим... Допустим, предположим... Это я просто так, как говорится, на всякий случай. Лучше я туда шмальну пару раз, чем потом буду получать оттуда пулю. Не, ну, средняя сложность, по крайней мере, для моих клешней, вполне себе. То есть, как бы, на средней сложности, наверное, было бы менее интересно, но при этом, наверное, более спокойно. Потому как на этой сложности, ну, немножечко доставляет. Так, опять тут узкие коридоры. Нет, не узкие коридоры. Куда мне? Зачем я сюда вышел? Доступ ограничен. Access denied. Так, опять сейчас тут какие-то... Так. Возьмем лучше дробовик на случай ядерной войны. А зачем нам туда? А, я открыл дверь, я понял. А что там такое? Что-то как-то... Так, они еще с одной хули. Ёптю! Твою! Мне... Я хотел сказать, мне не нравятся эти уроды. Так. Сука. Мне не нравится это место. Сука. Так. Я могу просто отсюда убежать, не? Да ты бежать будешь, нет? Так, ладно. Сука.
Так, новое сохранение. Потому что мне не нравится количество жизни, которое у меня. Но мне кажется, сейчас я тут где-то найду себе хпшек. Но в целом это говно. Вот прям очень мне не по нраву такие вот забеги. Но с другой стороны, я так понял, нужно было сюда бежать. То есть тут вот было где развернуться. Просто я как бы решил там обороняться, а это не очень верное решение было. Так, ладно. Автоматом надо еще немножко научиться пользоваться. Так, а что? Опаньки. А что это я тут нашел? И нашел ли я? Не, стоп. А как ударить? Ёб твою! А, вот как пройти. Так. Найдена взрывчатка. Но я ее нашел не... Так, стоп. Я недавно сохранялся. Так, загрузить. Вот это вроде, да? Ну-ка. Долго оно будет грузиться? Не, не очень. Так, а где, стоп, я тут нашел какую-то секретную взрывчатку? Где-то здесь. А то я тут немножко неловко выступил. А зачем она? Что я ей могу взорвать? Так, ну... Давайте как бы мы просто так и пользоваться не будем, да? А что это? Так, ладно, предположим, я нашел секретную взрывчатку, ну вот же ж круто, а что я ей могу взорвать? Так, встретиться с выжившим на вышке. Сюда, сюда. Гранаты подствольные. Так, все, больше ничего нет. Так, давайте сохранимся еще разок. Так, ну гадалки не ходи, сейчас тут как-то все не слава богу будет. Чего? Что это опять такое было? Так. Да. Так, ладно. Сан-Ёж. Бежать. Так, ладно.
Да еб. Так. Сохраниться. Надо быструю клавишу сохранения где-то найти. Так. А вообще что? Так, ладно. Будем действовать из засады. Так, говноеды, вы где? Ага. I see you. Все, угомонился? Да-да-да, я понял. Не, так не работает. А, что это? Че, блин, я думал, это кто-то. Так, сегодня утром искали на заводе припасы, вдруг... Заметили странную возню в одном из старых цехов. Солдаты ментала использовали дроны, чтобы установить какие-то странные платформы. Мы дождались, когда они уйдут, а потом пошли смотреть эти штуковины поближе. Макс решил наступить на одну из платформ и тут же взлетел вверх, метров на 10. Я точно не знаю, но похоже, эти менталовцы используют эти приспособления, чтобы быстро занять позицию повыше или добраться до труднодоступных мест. Мы решили немного повеселиться и стали прыгать по всему зданию, пока Макс чуть не переломал себе обе ноги, пытаясь сделать обратное сальто. Уходя, мы взяли парочку платформ с собой. Я попробовал разобраться немного, изменить одну из них, но ничего не вышло. Технология с виду простая, но я все равно не понимаю, как оно работает. Могу только предположить, что платформа создает мощное направленное антигравитационное поле. Не знаю, получится ли как-то их использовать, но с помощью этих штуковин можно прятать припасы в таких местах, где враг их не найдет. Женя. Предположим, Женя. Так, гравитационные платформы. Ладно, мы сейчас туда еще сходим. Во-первых, да, традиционно сохранимся. Менее традиционно заныкаем всякие ништяки, которые тут найдем. Но вообще, как бы могли бы побольше всякого выдавать, да? С дропа. Ну, когда, то есть, я взял перк на убийство и выпадение всяких ништяков. Но как-то не густо пока. Так, возьмем дробовик вначале. Потому что, как правило, показывает практика. Я не хочу сюда идти. Мне тут явно не нравится. И тот факт, что тут френолеон брони, мне подсказывает о том, что сейчас какая-то жопа. Так, встретиться с чуваком где-то. Как-то подозрительно тут тихо. Очень подозрительно тихо. И мне почему-то дают собрать боеприпасы. Но что-то мне подсказывает, что вот как только я схожу вниз, мне постараются дать звезды.
есть такое странное подозрение. Так, ладно, больше хп набрать не могу. Ну, я полагаю, что у нас нет вариантов. Только идти вниз. Угу. Ну, мы ништяков всяких сейчас наберем. И потом спустимся вниз. Потому как, наверное, это будет более здраво. Так, брони я больше набрать не могу. Но я чую, тут сейчас нас ждет замес нехеровый. Потому что нам дали полностью все собрать. На регениться на полную катушку. Так, ладно. Я думаю, надо поступить вот так. Потому как по-другому, скорее всего, у нас тут... Что? А, тут у нас есть кое-что занюхать. Так. А у нас что? Даже не моргнул. Получить 50% сопротивления. Урону по области. Сопротивление урона по области. Звучит очень выгодно. Так. А после перезарядки скорость, ну, плюс-минус. В рукопашку я по-прежнему не бьюсь. Так. Ну, сопротивление по области, я думаю, вот прям, наверное, сегодня это будет топ за свои деньги. Так, доступно 0 очков. А тут что? Еще? Искажение времени. Что за нахрен? При использовании этот древний сирианский артефакт создает обширное поле хронного искажения. Все противники и их пули, находящиеся в пределах этого фрейма... Какого фреймена? Временного, наверное, просто как-то не видно. Значительно замедляются. А оператор артефакта может продолжать двигаться с обычной скоростью. Звучит опять очень нехерово. Ёб вашу за ногу. И... А какого хера-то вы так умеете? Ёпту! Мать вашу! А ты кто такой нахер? Так. Пошли нахер. Мать вашу за ногу.
Так, без... Сука. Так. Там что-то осталось немного. Так, что-то немного. Чуть-чуть осталось. Фу, блин. Это прям было напряженно. Я прям аж поднапрягся. Так, двери открылись, но мы пока туда не пойдем. Мы дособерем все, что тут осталось. Несобранное. Ладно, то есть в таких вот плюс-минус, ну, скажем так, локациях нормально сражаться можно. Так, у нас хпшки полные. Что у нас? Осталось где-то дособрать. Так, где у нас осталось? Дособрать всякие ништяки, которые мы не дособрали. Так, так. Да, да, да. То есть, как бы, серьезный Сэм что-то вот дает прям прочихаться. Стоит употребить другое выражение, что дает серьезный Сэм. Но для моих клешней средняя сложность прям-таки ощущается. Так, мы всякого собрали. Давайте сохранимся. Так. Что у нас тут будет? Да мы когда-нибудь доберемся с этим, с, к выжившему этому, или не доберемся? Так. Фу, прошли. Так, завод. Достижения дали. Что у нас тут по достижениям? Счет. Что-то такой. Бонус за убийство какой-то есть. Бонус за секреты 2. А, их тут 16, ё-моё. Сохранение 21.5 минус 16. Ну, слишком часто сохранялся. Ну, ничего страшного. Как бы лишний раз сохранялся, поменьше бегал. Так, бонус за время минус 18, то есть я медлительный. Ну, в принципе, не мудрено. Счет за уровень, ну, чего-то там начислили. Так, мы можем продолжить. Но продолжать, я думаю, будем в следующей серии. В этой серии я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.